Меня зовут Евгений, мне 17 лет. Я обучаюсь на втором курсе колледжа отраслевых технологий Краснодеревец. На слесаря в своей профессии я не вижу ничего постыдного. Это очень сейчас востребованная профессия, которая нужна всем. Я пришел сюда, так как мне очень нравится работать с металлом. Я очень рад. Я сейчас учусь на втором курсе. Плюс к тому, что сюда берут после 9-го. Поэтому мне все очень нравится, практика, теория, поэтому спасибо. Здравствуйте, меня зовут Иван, я обучаюсь в колледже Краснодеревец на втором курсе по профессии слесаря. Я поступил сюда, потому что считаю, что мужчина должен уметь работать руками, и это вполне хорошая, высокооплачиваемая работа. В этом колледже уже работаю 31 год, 3 года здесь учился. Представьте, я 35 лет, больше своей жизни отдал этому колледжу. И, конечно, у нас здесь лучшие учащиеся, которые шикарно справляются со своей профессией и любят. Никита, я учусь в колледже Краснодеревец. Я пошел сюда, потому что мой отец и мой дед были столяры, и я тоже решил работать всю жизнь с деревом. Узнал я про этот колледж от друзей, и как сюда пришел, мне здесь очень понравилось. И я думаю, я добьюсь того, что я желаю, и буду мастером столярного и мебельного производства. Оля, нередко все удивляются, почему учусь в колледже отраслевых технологий Краснодеревец по специальности мастер столярного и мебельного производства. Моя бабушка работала столяром, и мне тоже заинтересовала эта профессия, поэтому я решила попробовать эту специальность. И я добьюсь того, чего я хочу, я буду лучше. Меня зовут Аркадий. Я поступил в колледж Краснодеревец. Узнал о нем через интернет. Приехал я сюда из Ханты-Мансийска. Узнал о нем очень много. Мне здесь очень нравится. Ребят, поступайте на рабочую специальность. Это очень престижно. У вас все получится. Надо быть мастером в своем деле.